Любовь, Матильда. Это не опухоль. Это рыжа. Рыжа? Да, там кишечник. Что, удаляете? Ну, ушивать надо пробовать, да. Нифига, это не кишечник. Ну, а сейчас будем разрезать, смотреть. Какое-то образование странное. Не кишечник. Сейчас скроешь, посмотришь. Ну, да. Друзья, еще одна лохматая душа просит вас о помощи. Матильде необходима срочная операция. Прошу вас, люди, отзовитесь, пожалуйста. И благослови Бог вас за вашу доброту. Спасибо вам.